Greetings from Russia. Привет из России. С вами на связи Алиса и новости KCN. Крупнейший банк России, Сбербанк, объявил тендер на приобретение 4917 бесконтактных банкоматов с поддержкой блокчейна. Кроме блокчейна, банкоматы будут поддерживать платежные системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, MirPay и Huawei Pay. Таким образом, Сбербанк хочет сократить физический контакт клиентов с банковскими картами и обезопасить людей от COVID-19, так как карты и банкоматы могут также являться источниками распространения вируса. Оставайтесь с нами. До скорого!